Что-то так художественно расселось. Это что вообще такое? Идем делать красивое. Мароша тут любит сидеть, лежать и грязь растаскивать повсюду. Да, Мароша? Такая, чё я? Я ничего. Сейчас попробуем что-нибудь с этим сделать. С улицы притащила камушки. Мыть я их, конечно же, не буду. Дождик помоет. А еще тут пол ведра мха. Такого, который на дороге растет. Какой? Ты тоже на дороге нашла. Так. Это все наши местные камни, кроме вот этого. И вот этого, который пришел маме в посылке. Неизвестная мне порода. Всякие окаменелости. Так. Кошка пришла помогать. Это, не верьте глазам своим, это мох. Вот. И он сейчас будет вот так укладываться. А Морошка будет его вытаскивать, да, Мороша? Сейчас мы будем класть мох, а потом мы будем класть камушки. Не знаю, насколько самому фикусу этот мох понравится вообще. Стоит ли это делать? Ну, всегда можно убрать, если что-то не будет получаться. Кому-то что-то не понравится. Давай вместе можешь делать. Конечно, освещение еще такое у нас нестабильное. Не яркое. Я вот не знаю, может, вообще камушки не стоит сюда класть. Да, Мароша? Зачем нам камни? Давайте не будем класть никакие камни. Не так красиво. Так сойдет. У нас прям много мха остается. Надо будет его на улице куда-нибудь деть. Сейчас я там кому-то поиграю так. Мароша, не трогай! Ты сейчас уронишь мне камеру. Это будет фиаско. О, красота вообще-то. Страшная сила. Сейчас, Марошка, это хорошее место. Я буду жить тут, да, Мароша? Ты хоть посмотришь? Ну что, будем класть камушки? Смотри, можно. Так положить. Здесь у нас брахиоподка в камушке. Вот. Не очень красиво, но сойдет. Зачем? Нет, но это как-то много тоже класть не очень хочется. Здесь вот красный камень красивый. Можно. Рядом. Что-нибудь как. Думаю, что достаточно. Вот остальное положим куда-нибудь еще. На улице много всего, да? Вот так вот я сделала.
Это какой-то окаменелый коралл. Вот тут вообще очень красивый сам по себе камень. К сожалению, нельзя его положить так, чтобы было видно со всех сторон его красивость. Поэтому будет лежать вот так. Мароша. Ну, Мароша, она сама там украсит все, что захочет, конечно. А еще у нас вот этот. Можно его, конечно. Так вот. Ну, посмотрим, что еще куда подойдет. В общем, теперь фикус выглядит аккуратненько. Вообще, на самом деле, можно мох еще вот сюда напихать. Поддончик. Мы же там, когда поливаем, там сыреет все. И вообще будет здорово. Сейчас попробую сделать так. А я мох только камнями завалила. Не, ну ладно, не будем мусор лишний разводить. Ой. Возвращаем морожки эту уретку. Да? Все. Ну, посмотри хоть, морож. Как тебе? М? Фикус, расти.